Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы находимся в центре Сангейт, меня зовут Майкл Мелехов, руководитель центра. Рядом со мной сидит финансист, экономист по образованию, по профессию и по работе Джозеф Розенберг. Джозеф, доброе утро. Доброе утро, да. Майкл. Доброе утро, дорогие зрители, слушатели и те, кого интересует свое светлое финансовое будущее. Да, и мы продолжаем наши разговоры о бюджете. И сегодня мы поговорим об очень и очень важном продукте, который называется mortgage по-английски или ипотека. Суда ту, которую мы берем в банке на покупку, скажем, нашего дома. Правильно? Дома, квартиры. И вот здесь парадоксальная вещь, с которой, ну, вот, скажем, за 25 лет проживания здесь, могу точно сказать, знают очень немногие. Очень немногие, причем не только эмигранты, немногие даже американцы знают. И вот я сейчас хотел бы, чтобы Джозеф объяснил, о чем идет речь. Ну, я скажу такую вещь. Я, кроме такого любезного приглашения Миши в эфир, я уже много лет веду передачи на радио. И когда, ну, скажем, хороших десяток лет назад, я анонсировал тему, что нужно ли выплачивать моргидж, я получил массу звонков... Возмущенных. Не возмущенных. Люди сказали такую вещь, что, в общем, нельзя учить людей делать что-то неправильно. Вот. И здесь я могу сказать такую вещь, что вопрос упирается в традицию. И вот в Америке есть такое понятие, home sweet home. Это American dream, это мечта американская, иметь свой дом. И я с этим абсолютно согласен, я под этим подписываюсь, потому что свой дом – это, прежде всего, душевный комфорт. Ну, и кроме того, это еще, ну, скажем, в нашей стране, может быть, более, чем в какой-то другой, это investment. Да, тут надо еще, наверное, добавить одну вещь. Население, скажем, Соединенных Штатов Америки, американцы, то бишь, в достаточной мере консерваторы, и вот как их воспитали, так они и идут. То есть тут очень сложно выйти за пределы того, что с детства буквально вложено и уже впиталось. А мы, эмигранты, попадая в эту атмосферу, ну, каким-то образом все-таки должны соответствовать, поэтому и русскоязычные, которые, даже если прожили здесь много лет, тоже очень многих вещей, они не хотят, скажем, понимать или признавать. Ну, знаете, я не совсем согласен с этим утверждением по простой причине, что, как говорится, практика – критерий истины. И если сложилась какая-то традиция, то я бы не стал ее перепроверять, потому что за спиной этой традиции десятки, а иногда и сотни лет человеческой практики. И если это вылилось вот в эту рекомендацию, ей надо следовать. Вопрос в другом, что диалектика нам говорит, что каждое правило подтверждается исключениями. Вот. И я просто говорил о том, что вот тот продукт, на который мы смотрим вот именно в одном направлении использования, он допускает исключения, если это соответствует конкретным семейному бюджету и конкретной семейной ситуации. Хорошо, давайте мы поясним нашим радиослушателям, особенно те, кто проживает на других территориях, о том, о чем идет речь. То есть мы берем ссуду под определенные проценты в банке, и у нас есть, так сказать, ну, наш менталитет такой, о том, что мы рано или поздно должны выплатить этот дом. Этот дом стоит определенную сумму денег, мы должны выплатить эту ссуду. И вот вопрос, оказывается, можно ее не выплачивать. Вот в этом состоит парадоксальность ситуации. Я правильно понимаю? Парадоксальность мне очень нравится в этом утверждении. Так вот, давайте скажем так. Любой финансовый продукт – это не цель, а это только средство. И если мы говорим о том, что перед нами стоит задача выплатить моргидж, то мы должны соотнести эту цель с нашими возможностями. И здесь встают
такие факторы, как сколько я могу платить и сколько времени я могу платить. Так вот, Майкл, не мне вам говорить, что существуют продукты, которые предполагают, что вы 30 лет платите, существуют продукты 15 лет платите, существуют продукты, которые 10 лет платите, и так далее, 5 и так далее. Так вот, все моргичи, которые ориентировались на срок меньше, чем 30 лет, они были сделаны для пенсионеров. Ну, не скажем, не пенсионеров сегодняшних, но пенсионеров тех, которые вот так чуть-чуть приподнявшись, видят срок, когда они перестанут зарабатывать деньги. Потому что, когда вы зарабатываете, скажем, там 5000 и 2000 платите за моргич, это нормально. Но когда вы перестали получать, скажем, зарплату или свой доход, и вам надо, тем не менее, платить эти 2000, вы уже просто не сможете это сделать. Поэтому, скажем, с людьми, которые имеют в перспективе прекращение дохода через какое-то время, мы обычно делаем дизайн платежа таким образом, чтобы при выходе на пенсию им уже не надо было платить за моргич. Uh-huh. Вот. Но тут есть еще другая альтернатива, вернее, другой аспект, который говорит, надо ли нам выплачивать принцип за сам долг. Вот. Ну, давайте мы... давайте скажем так, когда любая ипотека, моргич, как хотите назовите ее, она всегда оплачивается, ну, скажем, таким амортизационным планом. Что это такое амортизация? Это когда в ваш payment входит и процент, который вы платите банку за то, что он вам дал эти деньги, и principal – это то, что я плачу в свой долг, снижая его каждый месяц. То есть состоит из двух частей? Состоит из двух частей. Конкретная стоимость, которую суды вы взяли, и плюс процент, который вы платите банку, за который дал нам эту суду. Да. Так вот, в конечном счете формально я ответственен только за процент, который я плачу банку. Будешь ты выплачивать свой долг или не будешь, банка беспокоит, скажем, совершенно во вторую очередь. Вот. Но при этом, если я перейду на план, когда я буду платить только интерес банку, то примерно на треть снизится мой объем моего payment. И, например, если у человека... скажем, рассчитан его платеж, там, скажем, на 5% годовых, да, то если он перейдет на платеж только интереса, фактически он платит, ну, наверное, 2,5 интереса. И в этом другое дело, что мы не выплачиваем долг, но самое главное, не почему мы перешли, вернее, не то, что мы перешли, а почему мы перешли. Так вот, когда мы говорили о том, что дом – это удобство, комфорт, но это еще и инвестмент, то встает как раз вопрос, что когда я выплачиваю моргич, я, условно говоря, зарабатываю 4%. Каждый доллар, который снижает мой долг, заработал мне 4% годовых на этот доллар. Вот. Но если у меня есть какой-то инструмент, который, ну, допустим, я плачу машину под 18%, трак или оборудование, так мне, наверное, эти деньги выгодно вложить в тот проект и зарабатывать на этом долларе не 4% или 5%, а 18%. То есть вот, у нас есть опция, варианты. Мы можем платить полностью то, что нам банк... То, что мы с ним подписали, да, контракт, мы должны платить определенную сумму, которую нам банк дает, то есть в счет нашего суда, и плюс этот процент. Мы можем платить конкретный процент за то, что нам банк дал эту суду. То есть мы, если мы платим этот процент только и не выплачиваем стоимость дома, то мы сэкономим какие-то часть каких-то денег, которые мы можем переинвестировать, скажем, в оплату суды на нашу машину временно, а потом мы можем вернуться на первоначальную вот такую вот форму оплаты. Это, так это или нет? Безусловно, безусловно. Просто... То есть здесь нет проблем, да? Ну, есть технические проблемы, но они все решаемы. То есть это вопрос... То есть мы выплатили, скажем, взяли деньги, сэкономили деньги, ну, выплатили давайте, машину, опять стали платить... Давайте скажем так. Вот у вас есть два долга. Один под 4%.
а другой под 10%. Угу. На каком долге вы сконцентрируетесь? Там, где выше процент. Совершенно верно. И я понимаю, что когда у меня нет ограничений в средствах, я могу платить и одно, и другое. Но если я определенным образом лимитирован, то, естественно, надо сфокусироваться на там, где вы платите больше процентов. Понятно. И поэтому с точки зрения списания долга выгоднее выплачивать то, что у вас под больше процент. Хорошо. Давайте мы рассмотрим ситуацию. С этим мы, ну, так более-менее разобрались. Я надеюсь, дорогие друзья, если у вас будут вопросы, вы их зададите нам. Мы находимся в Сангейт-центр. Программы эти все записываются, выкладываются в YouTube, потом в Facebook, где вы можете, в общем-то, задать вопросы Джозефу или мне, тем более вы увидите на ваших экранах, вы увидите email и вы увидите телефон. Давайте мы рассмотрим такой момент. Вот мы купили дом. Мы купили дом, два варианта, две цели, скажем, у нас есть. Первый, нам надо где-то жить, мы его купили. Второй вариант, мы все-таки инвестируем. То есть любой дом, это и есть инвестмент наш, если он поднимается в цене, мы можем взять оттуда то, что называется equity, какую-то часть денег, и мы можем по прошествии какого-то времени продать дом, получить соответственный процент прибыли, и это будут наши деньги. Что происходит, если дом падает в цене, поскольку, ну, real estate, мы знаем, вот уже сколько, 10 лет почти, как real estate идет вниз, ну, какое-то время он стал подниматься с 2011 года, где-то какое-то время. Но, в общем-то, тенденция вниз. Что делать тогда? А дом в стоимости падает. Майкл, это такой достаточно специфический вопрос, и он требует, как говорится, отдельного освещения. Хорошо. Но с точки зрения того, что мы говорили по поводу перехода на платежа только интерес, это очень хороший пример. Потому что, смотрите, я за год, платя полную амортизацию, выплатил в дом, допустим, 10 тысяч долларов. Угу. И оценив его через год, я увидел, что его цена упала на 10 тысяч. Где мои деньги? Они улетели. В банк? Нет, они в воздух улетели. Воздух улетел. Ну, кто-то заработал. Да. Тем не менее. Вот. Поэтому что получается? Но когда я плачу только интерес, я не потерял ни цента. Да. Потому что это только мои обязательства перед банком. А те деньги, которые я, скажем, пытался снизить свою задолженность, вот, я могу использовать где-то еще. Поэтому это такой как бы спасательный круг, который, демпфер, который позволит нам, ну скажем, оптимальнее работать с нашим бюджетом. Но вы коснулись очень такой серьезной большой темы, и я думаю, без иллюстрации нам трудно будет ее оценить. Дорогие друзья, тогда мы поговорим об этом отдельно. Это действительно очень интересная тема, причем не важно, на какой территории мы проживаем. Хоть в Соединенных Штатах, хоть в России, хоть в Украине, везде реал долги, недвижимость. Есть долги. Да. Джозеф, у меня к вам тогда такой вопрос по ходу дела. Значит, я хочу еще раз напомнить о том, что мы говорим про тех людей, или пенсионеров, или тех, у которых нет достаточного дохода, чтобы выплачивать полностью амортизационную стоимость, включая процент. То есть если нету кризиса никакого, если стоимость нашей недвижимости, нашего дома растет, смысл платить только процент, если это есть возможность платить, только процент нету. Надо платить полностью все, потому что мы выплачиваем дом, стоимость увеличится, и нам это выгоднее. Майкл, правильно? Я думаю, что при таком описании проекта большинство из наших слушателей так тихо потерялись. Я хочу посмотреть на это в укрупненном плане. Окей, хорошо. Речь просто идет о том, что поскольку дом, который мы финансируем, это инвестмент, у нас всегда есть возможность инвестиционные траты перераспределить. Понятно. И вот возможность платить интерес предоставляет нам вот этот шанс использовать эти деньги более оптимально. То есть этим мы, я прошу прощения, этим мы также, скажем, человек вышел на пенсию по возрасту, и этим мы, вот этим перераспределением мы сохраняем, можно сказать, наш дом, правильно? Если мы... Ну, пока мы платим, нас никто не выгоняет вот, из дома. Ну, по крайней мере, вот так в Америке существует. Вот. Я просто говорю о том, что такая возможность есть, и это не, скажем, выбор этого направления.
это не есть какое-то требование со стороны, это выбор нашего бюджета. И мы можем переходить на план, платить только интерес, возвращаться к полной амортизации и переходить снова, в зависимости от тех задач, которые в данный момент стоят перед бюджетом этой семьи. Понятно. Вот то я есть... считаю, что вот да. это вот то, то, о чем мы сегодня хотели поговорить. То есть главная цель нашей беседы, дорогие друзья, это все-таки планирование бюджета. Это бюджет. Это бюджет конкретно, да. И внутри нашего бюджета... Я сказал бюджет. Да. Вот. Ну и на этом мы... Да. Этот значит, сегмент нашей программы да, заканчиваем. Этого достаточно. Да. Договорились. Дорогие друзья, не уходите, мы вернемся. И мы вернемся в новую, скажем, подтему внутри большой, глобальной, так сказать, нашей темы. Это бюджет. Все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Пишите. До новых встреч.